В Беларуси стартовала вступительная кампания 2022 года. Регистрация на централизованное тестирование началась 2 мая. В первые дни заявки подали порядка 1000 человек Гродненской области. В регионе в этом году будет работать 4 пункта регистрации на централизованное тестирование. 2 из них расположены в областном центре на базе аграрного вуза, а также университета имени Янки Купалы. Подать заявку на ЦТ также можно будет в Лидском и Волковысском колледжах Купаловского университета. Активно в этом году абитуриенты пользуются системой электронной регистрации. Для этого в личном кабинете на сайте РИКС можно оставить заявку, оплатить и потом забрать пропуск для прохождения централизованного тестирования. Традиционно самыми популярными предметами остаются русский и английский языки, а также математика. Контроль за проведением вступительной кампании будет проводиться на всех этапах. И этап регистрации – это не исключение. На сегодняшний день анализируются документы имени Гродненского государственного университета имени Янки Купалы на предмет соответствия их нормативно-правовым актам, регламентирующим вопросы вступительной кампании 2022 года. На сегодняшний день регистрация проходит в спокойной рабочей обстановке и нарушений комитетом государственного контроля не установлено. Регистрация заявок продлится до 1 июня включительно. Само тестирование стартует 14 мая. Первым предметом, который будут сдавать абитуриенты, по традиции станет белорусский язык. К слову, ожидается, что ЦТ в этом году будут сдавать больше 5000 выпускников. На все вопросы, касающиеся вступительной кампании, готовы ответить в Комитете государственного контроля. Для этого там ведется прием граждан, абитуриентов и их родителей – а также работает горячая линия. Обращаться можно по городскому телефону 79 88 40.